Речь пойдет о продукции, которую, пожалуй, каждый из вас, товарищи, может найти у себя в доме. Да, это грампластинка, причем апрелевского завода. Вот так же, как и в этом московском магазине, вы их покупаете в год около 70 миллионов штук. Покупаете, несмотря на то, что... Ну вот в последнее время очень наблюдаются такие вот изгибы большие пластинкой. Большой изгиб, и очень покупатель меняет очень часто пластинки. Бывает, прежде чем такую качественную пластинку, приходится проверить несколько штук. В последнее время качество, конечно, лучше стало, чем несколько лет назад. Так считают покупатели. Но и самые придирчивые из них, и самые покладистые не подозревают, что совсем недавно, в течение целой недели, продукция крупнейшего в стране завода не поступала ни в один магазин. Запрет на реализацию – мера исключительная, но именно к ней прибег госстандарт, заботясь о качестве продукции. Узнав о таком решении, в коллективе могли посетовать на тесноту заводских цехов, на химиков, то есть на качество поступающего из Башкирии сырья, на станкостроителей, нечем заменить устаревшее оборудование. И все было бы правильно. Но не об этом в первую очередь задумались на Апрелевском заводе. Когда наш завод лишили возможности реализовывать продукцию, в нашем прессовом цехе, конечно, все очень близко к сердцу приняли это. И каждый посмотрел на себя другими глазами и подумал, а может и я что-нибудь не доделал, может у меня что-нибудь плохо. Превращение вот такой заготовки в пластинку совершается в пресс-форме. 26 секунд при точно заданной температуре и давлении, и работница снимает с пресса пластинку уже с наклейкой. Быстро. Тем важнее следить за параметрами процесса. А теперь обратите внимание, положение этого отверстия точно по центру пластинки может быть смещено по ГОСТу всего на 0,15 миллиметра. Увеличить значит допустить брак. 16 часов должна выдерживаться пластинка после изготовления в специальных условиях, прежде чем быть отправленной в магазин. Нарушение этого требования также снижает качество. Исправлять упущенное на заводе начали с того, что изменили условия труда прессовщиц, пересмотрели нормы. Усилили технологический контроль. Появились новые, более долговечные пресс-формы. Буквально каждая пластинка проходит теперь неторопливую, внимательную проверку. Заводу предстоит еще значительная работа по устранению недостатков, которые отметил Московский центр стандартизации и метрологии. Но по тому подходу к делу, который мы сейчас видим на заводе, заводчанам дорога честь своей фирмы. И поэтому можно быть уверенным, что доброе имя заводчане восстановят в ближайший срок.